Сочный красивый салат к новогоднему столу. Для приготовления необходимо отварить яйца 3-4 штуки. Куриное филе нарезаю небольшими пластинками, солю, перчу, выкладываю в пергамент и обжариваю на сухой сковороде по 3-4 минуты на каждой из сторон. Еще беру 4-5 листов пекинской капусты, замачиваю их в воде с содой, а потом обсушиваю на полотенцах. Яйца нарезаю произвольно, средними кубиками, не мельчу. Куриную грудку обязательно остужаю и нарезаю средними кусочками. Листы пекинской капусты делю на 2-3 части и нарезаю вот такими средними кубиками. Для заправки беру по 2-3 столовые ложки сметаны и майонеза. Еще чайную ложку домашней горчицы кладу, протавленной через пресс, зубчик чеснока, соль, перец по вкусу и столовая ложка лимонного сока. Заправку можно переложить в кондитерский мешок либо пакет. Берем для нашего салата красивое большое блюдо, первый слой пекинская капуста, сверху немного заправки. Посередине выкладываю куриное филе, по краям курицы выкладываю яйца, а далее овощи, огурец, помидор и красный лук. Украшаю борта тарелки красным луком, также можно выложить оливки, либо свежую зелень. Салат лучше готовить перед самой подачей на стол, так как его нужно сразу кушать. Он очень вкусный, сочный и красивый. Надеюсь, что этот рецепт вы обязательно возьмете в свою копилочку. Всем огромное спасибо за лайки и просмотры.